О, вот это класс! О, да! О, как же отлично можно вытянуть ноги. Так, опять Виндраннер, друзья. Это опять Вот Виндраннер. это самое интересное. Но опять же, герой достаточно любопытный. Есть мансерский скилл Виндран, есть хороший нюк и отличный стан. Посмотрим на реализацию этих пацанов, точнее, девушек. Пишут, какая Виндраннер, где долбанный путч? Ну а что тут можно еще сказать? Какой путч, друзья? Вы о чем? Это Виндраннер. Дэнди тоже любит этого героя. Опять же, героя любит, наверное, потому что тоже на нем можно помансить, потворить вещи разные. Что там у тебя происходит? Отдай бесплатно пакет для пакетов. Ну, у меня дома есть пакет для пакетов Так, вот, специальный. здесь также предлагают бесплатно бонусом маленький пакет для хранения пакета для пакета и сверху еще коробочку для хранения всего вышеперечисленного. Но у меня есть просто пакет для пакета. Ну, Для а так у тебя пакетов. будет коробочка для хранения пакета для пакета для пакета. Так, ну в чем там дело? Одна секунда остается. Вот, все, погнали. Виндраннер это ее в сервис. Напоминаю, друзья, что счет 1-0 не в пользу Дэнди. Муж и ведет со счетом, опять же, 1-0. Так как это у нас Best of 3 серия, то возможно, эта карта будет последней. Кстати, у Муши Виндраннер, наверное, более запакованная, хотя, скорее всего, Дэндика просто провтыкал. Так, тут просто полностью Featherfall сет. А у Дэнди Мона, ну, такое. Все очень-очень слабенькое, но это не ничуть не принижает личного скилла Дэнди. Так, сейчас я еще немного протяну ноги. 30 секунд to go. Ну что, ты готов? Поставил фоллоу за Дэнди. Я тоже так сделаю. Вот. Не, я за Муши поставлю фоллоу и все. Во, все. Шикарно. Вот это отлично. Говорят, чтоб я не увлекался протягиванием ног. Почему это? Не, ну это весьма круто, когда ты сидишь полдня, а потом протягиваешь ноги. Это просто офигенно. Так, ну пошел у нас уже первый харас. Муж напрягает Дэнди, Дэнди напрягает муж, и все достаточно предсказуемо, что ли. Что-то еще может происходить. Ну и в первую очередь интересно, как они там будут динать крипов, бить крипов, потому что у Верочки как раз скиллы такие, что тут практически каждый уровень очень важен. И каждый левел скилла прокачки очень тоже важен. Ну, посмотрим. Спрашивают, почему инмейт больше не шутит шутки. Мне кажется, потому что он хочет спать. Инмейт сейчас просто как большая шутка сидит. Вот реально. Его так плющит. Чувак. Да. Я не сплю.
Ну да, то, что ты смотрел в одну точку полминуты, пока я тебе не пощелкал перед лицом, это я не сплю. Я вижу грядущее. Ну и как тебе грядущее? Дэдди проиграет. Ну, это плохо, что я могу сказать. Откуда он взял столько маны? Он только что жестко просаживался по ней. И уже 225. И она растет. Так. Так, у меня куда-то уехала камера. Дэнди забирает нас сейчас хасту. Расскажи что-нибудь интересное по поводу игры вообще. Что ты молчишь? Ну, а что что ты такой уставший? Это игра один на один. Все, что я могу рассказать, это что они стоят в центре. Сколько там у вас был дестроер? 30 минут. 26. 30 минут был дестроер. Сосать, 37 темпларки. Нет, темпларки, да. Мы тебя прекрасно понимаем, Вилат. Прекрасно понимаем. А кем они играют? Виндранерки. Мне больше нравится вопрос в чате. Потом будут пабы, пацаны? Конечно. Сядем, потом еще 10 пабов сыграем. Мы же самые свеженькие. Кстати, пабы. Через 10 часов уже день начинается. Слечу на лагерь. Вот именно. Так что-то и проблема, что час ехать, 8 поспать, час обратно ехать. Я вот фантазию занесу. Заказывай! Крутяк. Халява. Сэкономим. 160 рублей. Майло, тебе дали уже билет на International? Причем самое забавное, за вот эти игры идут просмотры в курьера. Ну, а может быть, потому что это интернешнл. Поэтому я безумно рад, когда они играют БО3. Все три игры с СР-чиками в конце. Чем? Это того стоило. Чем ты думаешь? Это что, надо хряпнуть. Кстати, да, давай хряпать. Ой-ой-ой, тут виндрану от одного, от второго. Может, уже стаканчики выдавать? Причем из горла хреначим. Ну, посмотри, как он его просто давит. Ну, мы же элитные. 17 на 5. Ну, кстати, а вот, жена узнает, вот туда бы сейчас шекл потом, закинуть, ты и потом просто будет, меня целуешь. А если ребенок узнает? Ты о нем вообще думаешь? Что? Кто? Ребенок спит дома. Отстаньте от ребенка. Почему у тебя не старадоровский худ? Ты что, не патриот? Мы же интернешнл смотрим. Поэтому у меня интернешналовский худ. Гораздо лучше выглядит. Но мне интернешнл нравится. Ну, не, нравится, не нравится, а как бы. Отечественное производитель надо поддерживать. Но у нас же интернешнл! Вот мой отечественный производитель. Я вот так собираюсь ехать в Америку. Вот тебя так никто не пустит. Экран твой показывает. Вот в этом, я говорю, тебя не пустят. В смысле? Ну, в прямом смысле. Да, здесь без логотипов. А, ну, да, в такой, да, у тебя же без принта точно. Я же очень грамотно. Так, нет, сразу пошли. Ты предатель! Нет! Почему предатель? А, слышь, ты предатель? Ребята, он вообще предатель. И стопы. Это у нас сейчас с тобой 12,5 тысяч народу смотрит. Сколько? 12,5. Люди, идите спать. Успокойтесь. Нет, есть, наверное, люди, которые только проснулись, но они реально растут как на дрожжах. Допустим, Вилла закончил стримить сюда, когда он заходил. Ну, скорее всего, да, скорее всего, так и есть. Вот сейчас у нас муж инвизик на свой потратил. Дэндик, у Дэндика артефактов, кстати, тоже вообще нету. Что-то они как-то слабенько вообще себя чувствуют. По 1500 нетворса у них Дэнди пока немного обгоняет. Так, да, там. Да, я только проснулся. Ну, блин, тогда вам везет, что вы только проснулись. Я бы тоже был не прочь. Я тоже только проснулся. Я тут с ними периодически пишусь, что да, тоже они там встают, да, вот на даче собираются и прочее, прочее, прочее. По домам разъехались. Кто-то на море уезжает сегодня. А у нас эти дни. Так, ну вот вроде бы такие герои там, как виндранерки, а экшена какого-нибудь сверхъестественного мы пока не наблюдаем. Хотя в прошлой дуэли на ВР-ках... В прошлой дуэли муж уже играл и понимает, чем это может. Вот, Dive the Tower.
получится. Ну, посмотрим, посмотрим. Говорят, 58 тысяч в Dota TV. Вообще шикарно, слушай. Вот эту игру? Вот эту игру. Как люди, идите спать, я еще раз повторяюсь. Кому расскажу, не поверят. Собрать в 8 утра по Киеву. 9. По Москве. Спрашивают. Каспер, мороженка или Дота? Дота. Мороженка. Ну, Дота же не растает, а мороженка растает. Справедливо. Логично, логично. Армлет или Тараска? Где? В Доте. Который не растает. Тараска. Пошли опять у нас виндраны. Ну, Дэнди на самом деле, он буквально там на секунду-другую позже прокликивает виндран. Следовательно, он на отступлении противника может ему как-то там пару плюшек навешать, там как-то подхарасить его. Ну, просто он успевает на виндране добежать до тавра. И за счет этого, совсем не парившись, когда кончается виндран, может развернуться и давать пару тысяч в ответочку, если за ним идет погоня. Поэтому виндран это как бы считает, что сейф. И Дэнди опять не везет с руной, им приходится обузить и обузить курицу. Да, и Муши забирает действительно очередной вот этот такой себе мини-артефакт. Есть уже иллюзии у товарища Муши. Ну и надо идти, наверное, вышку харасить. И товарищ Муши не пожалел, поставил вард на руну, и поэтому он знает, где она вспомнится. А ну, Дэнди тоже только вард на ХГ. Да, вот он вард на хэкграунде. Где он тут? Вот он. Они поставили друг другу варды на ХГ, чтобы видеть, что происходит. Откуда идет выстрел? Так, ну и опять же, продолжает Дэнди расстреливать крипов с лонгрейнджа. Ну и не подходит ни один, ни другой. Каждый прекрасно понимает, что можно угодить под какой-то шальной шекл, получить пару плюшек в спину. Они так скоро начнут сентри покупать. Не, ну это на самом деле затяжной матч будет, я уже чувствую. Ну нету просто какого-то такого ажиотажа, такой суперагрессии со стороны кого-либо из этих игроков. Собрать игранимость, ульты, забрать тавер. Кстати, ну норм же. Ну чуть-чуть, да, что-то еще надо будет на дэмэдж. Дизоль отгоним. Так, вот спрашивают... Где можно денежку на доту поставить? Есть чудесный сайт egamingbets.com. Милости просим. Там можно поставить денежки на дотан. Причем, не знаю, как на этом сайте, но вообще, возможно, даже там есть доставки на конкретный матч. Скорее всего, даже и есть. Потому что я больше, наверное, на других сайтах вообще инфой не особо владею. Почему они не хитают друг с другом? Почему они не пытаются связать, вот, надавать по щам? Если ты тратишь лишних вот 110 маны, тратишь на 3 секунды, и это заставляет противника отойти похиляться, забузить ботл, то есть лишний раз отдать тебе пару крипов. Ну и опять же, в конце концов, под этот шейкл можно дать пауэршот, который снимет еще треть хп, и останется уже последняя треть, с которой не повоюешь. Хотя у обоих еще стики были максимально заряженные. Да, тут явно затягивается игра, появляется там базилка какая-то уже у ВР-ки синей, у ВР-ки розовой базилки фейзы. Еще нету, да, там фейзы. То есть, опять же, на личный скилл идет упор, но мы-то знаем, что крипы могут пушить лайн очень неплохо. И хотя, опять же, виндранер магический урон с пауэршота, поэтому она там буквально два пауэршота и лайна крипов нету. Не, ну, на дэмэдже Дэндик его делает, само собой. Ну вот, сейчас пытается как-то его развести, мужа, что ли, я не знаю, как это еще можно назвать. Дэнди, ботл. У обоих стики, конечно, это такое вот. Так вот давить друг друга, пытаться что-то сделать.
Да, уже почти 10-й дендик по левелу. Опять же, на пол левела муж от него отстает. Будет ли дэнди на пудже? Ну, не в этом матче точно. Может быть, где-то в финале он и решит себе пуджа взять, но не в этом матче. Это факт. В этом он уже не может никого выиграть, потому что даже если он сейчас игру выигрывает, то следующая игра на SF-ах. И если он выиграет только следующую игру, у него появится возможность выбрать пуджа. Ну, или у его соперника. Опять муж берет руну, в этот раз реген. Конечно, черные дни для дэнди. Дэнди сейчас такой, ну такой он пёртый вообще. Одни руны только подбирает и подбирает. Ой-ой-ой. Угу. Не, ну в жизни бывают там черные полосы. Не смиряются, сменяются руны ДД, конечно. Иногда руны хосты. Так, меня уже тоже начинает потихонечку вырубать. Я уже тоже залипаю по полной программе. Ну, как бы я не знаю, как ты, а вот уже скоро очень много времени пройдет с тех пор, как мы проснулись. Да, да, ну, порядка 24 часов, если что. Да, друзья, вебки пока не будет, потому что, ну не пока, а вообще, наверное, из этой студии не будет, потому что тут мы заставлены, да. Стол, да, на котором куча мониторов, и за них, ну я, наверное, могу врубить как-то. Ну вот это, да, это монитор, очень плохой, да, это вариант. Вообще не то. Не покажет целостной картины. Да тут, мне кажется, мало что может показать целостность картины. Тут, да, таки много достаточно факторов. Так, забегает Муши, подхорашивает дэндика. И курочка тоже рядом с дэндиком. Ботл будет сейчас обузить, скорее всего. Да, сейчас еще пару стаков надо выпить. Как ну, кстати, пробил, посмотри, хорошо. Хороший, отличный шекл, но у дэндика есть виндран. Ну, само собой есть, просто. А я думаю, там же регенится будет. Побегали, побегали. И что дальше? Мимо. Да, мимо. Немного мимо. Ну как, немного. Совсем мимо, на самом деле. Промахивается Муши. И что же, Дэнди проперся на руну? Так и есть. Хотя бы раз. Да, забирает он сейчас у нас инвиз. Да, ну и сразу же его прокликивает. И возвращается на лайн. Причем... Что-то у меня варда нету, так что не видели, не видел этого товарища у нас Муши. Но опять же, размен по хп, врубается виндран у Муши, Дэнди тоже здесь, Муши промахивается, Дэнди будет ли шекл? Ты нет, шекла нет, и Дэнди тоже промахивается. Это было бы вообще шикарно. Выбил из противника стики, и можно было бы попробовать в следующий раз убить. Так, тем не менее, по 11 уровню уже практически, да не практически, а имеет у нас товарищи. Вот он, шекл, отличный шекл, очень много дэмэджа вносит он сейчас по Муши, Дэнди, ну, у Дэнди есть 15 стиков. Есть 15 стиков, можно было попытаться пробить, но 353 хп, максимальный запас здоровья у Муши не дал бы ему погибнуть. Ну, Муши потратил стики. Это значит, что сейчас вот самое время как бы завязать драку, из-за того, что ты стики еще не тратил, как-то вот победить. Не, ну там посмотрим, посмотрим. По крипам, если посмотреть, Дэнди пока выигрывает. Нельзя сказать, что в салат, но выигрывает. Да, 82 на 21 против 76 на 9. Так, ну... И опять фулл хп у обоих парней. Да, 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 вот это фулл хп у них будет держаться очень долго, потому что вот Транквилл, например, у того же Муши, Дэнди там со своими стиками и ботлом, руну, правда, находит. Опять на руну, да, что но... хорошо, вот... это иллюзия, что плохо. Угу. Типа дабл дэмэдж какой-нибудь, и со счет этого дабл дэмэджа попытаться... Убить кого-то, что ли, попытаться? Ну, хотя бы прохарасить так капитально. Слушай, если я правильно понимаю то, что сейчас сделал муж, это будет догон. Хм. Пятый.
нет, не пятый, он сначала принес Staff Wizard Dry, потом принес тебе нуль талисман. Ну не, ну нулик у него вроде с самого начала валяется. У меня обычно складывается только Дагон. Я всех пытался там по органиться. По отдельности, Грейдил кузницу, но никак не получалось. Оу-оу. Знаете, как он грамотно его развел. Угу. Ну вот стоит эта ВРочка. Нужен шекл. Ай. Сцикнул муши. Так, и Дэнди. Дэнди фласочкой замазался, ботл подпевает. Есть уже мана у этого товарища. Да, если кто не в курсе, я еще раз повторюсь, друзья, что это Best of 3 серия. Это матч между Дэнди и Муши, турнир 1 на 1 в рамках The International. И, ну, я даже не знаю, что еще можно добавить. Это полуфинал. Это полуфинал. Опять же, Best of 3. Гранд-финал будет сыгран в другое время, то ли 8, то ли 9 числа. Точно не помню, на сайте Dota2.com есть подробная информация, но это немного позже. Сейчас у нас две ВРочки пытаются убить друг друга, либо убить Таурат. Понимаешь, что за эти 18 там, минут их прогресс по убиванию там Тавуров ну, не сильно улучшился. Хотя в миде вышка уже очень коцаная. 154 на 720 как бы. Ну вот эта вышка уже сейчас готова практически отъехать. Со следующей пачкой крипов, если там еще тележка скорость будет. Скорость падения Тавуров не улучшится и вообще в целостное состояние по карте, то мы с тобой доиграем через 24 минуты. Когда кто что должен собрать? Ну, Дагон должен появиться вот уже через 500 голды. И Дэнди себе тоже купил Staff of Wizard Dry. И если он будет делать себе тоже Дагон, ему нужны те же самые 500 голды. Можно было сейчас Дэнди как-то связать. И сейчас еще можно связать. Ах, какое же уныние. Грусть, тоска, печаль, связка. Но тут все равно не убьет, скорее всего. Ну, хотя... Шекл вот неудачный. Это и вот это роковой шекл на самом деле, потому что сейчас Дэнди в крипа уперся. Лол же промахивается. Тут же шекл и пауэршот. Это First Blood от Дэнди. Боже, тут муж и так нафейлил. Столько всего. Байбэк. Рейдж байбэк. Да. Наверное, не рейдж, тут подумай, но это байбек. Дэнди собрался, Дэнди не дисбанд. Так, ну что, вы хотите сказать, что у нас еще третья карта будет? Окститесь, окаянные, какая третья карта? Печаль. Потому что я просто сейчас уткнусь мордой в стол и буду сидеть. У нас там сейчас Дэнди в центре проседает, самую малость. Причем, опять же, немного непонятно, почему вот не качают тот же ульт, так как целей тут не особо много. А Focus Fire дамажит неплохо, на самом деле. Почему не попытаться? Ну вот Муши мы видим, он сейчас проигрывает со счетом 1-0, но вышку он уже снес первую. Вот да, сейчас она попадет. Готов. Да? И Дэнди. Норм, Дэнди с догончиком, хорошо. А тут-то у нас завози что? Завози его! Завози это мясо! 1200 хп. Но сейчас у него есть лишний бёрст левиш на 400 урона. Пусть даже сотка зарезистится, все равно это круто. Да. Но опять же, догон дает очень много дэмэджа для интовиков. Ну, так вот относительно, конечно, своей цены не густо. Но 9 урона, 3 ко всем атрибутам, 13 к интеллекту, это получается 25 дэмэджа. Да, ну, когда второй там появится, там тоже неплохо, на самом деле. Дает вообще догон на артефакт в плане дэмэджа, конечно. Не, второй догон ему даст лишних 2 дэмэджа и лишних 75 урона. Ну, кулдаун тоже уменьшается. Нет, кулдаун, да, 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 это все понятно. Я имею в виду, что именно вот, как вот улучшение общих качеств героя, кроме дэмэджа с этого артефакта, догон не то чтобы true. Потому что ты смотришь, да, что вот ты можешь потратить, сколько получается рецепт один стоит. Вот 1250 ради того, чтобы получить 2 интеллекта.
А в конце ты можешь потратить 5000, ровненько 5, чтобы получить 8 к интеллекту. 8. Роман, не спать. Целых 8? 8. На, Дэндику расстрелял только что. Просто. В упор. Связочка пошла. Пошла. Нагнетать, нагнетать. Потом можно будет что-то с этим сделать. Пару тычек и догон. Ай-яй-яй, да, убегает. Причем, ну, пауэршот же можно было пытаться как-то рискнуть, там, закинуть его. Просто у него хвоста есть, можно было вот на пофигу пойти вязать. Вязать пытается, его. Пытается вязать. Дэнди, вяжи его. Вяжи эту скотину. Так, хвоста. На хвост... И забирает инвиз. Да, и еще инвиз. И на... Второй догон. Вот он, ладно, 500 дэмэджа. Там всего тысяча связочка мимо. Но вымыл Виндра на самом-то на хосте, сам-то Виндра не тратит. Ну, на самом деле, да, вот без Виндра она будет уже сложновато стоять на лайне Муши. И причем прикол в том, что Муши сейчас, если и выигрывать в этом матче, то нужно сносить Тауэр. А снести Тауэр он пока не может, потому что у него просто не хватает силы для того, чтобы подойти. Но он собирается именно убить противника. Не то, чтобы вот унизить его ломанием таверов, а вот по чесноку один на один в центре разорвать ему глотку, прирезать его, там, я не знаю, что было, кровь кишки повсюду. И в конце просто разрезать его пополам этим лазерным лучом. Ты какой-то слишком жестокий. Это все дурное влияние Алика. Вот его борьба со школотой дурно влияет на детскую психику. И даже на лайпсику. Догон, пошел. Давай, оби его. Связочка в никуда. Так. Ну, что и все происходит? В никуда, причем от Дэнди. Не, ну как бы прохарасил вообще, ну ура, тут две запросов. А там не как раз собрались. Так, Роман уснул с вами. И Нейт с вами, брат. Вот, давай, Дэндик. Мы в тебя верим. Есть очередная продувочка. Попадает он по муше. Нужно вязать. Сейчас очень зря шкипа. Как-то. Ну, не представляется. Муж убегает, он сейчас еще будет чекать руну на топе. И она появляется там. Именно так забирает он сейчас иллюзию. И у Дэндика 400 голды до нового рецепта догона. Догон третьего уровня, 600 дэмэджа, то есть 450 чистого урона по вражескому герою. Ну, даже не знаю, вот эти некра, конечно, ставочка неплохая, чтобы сломать Т2 тавер и выиграть игру, но он так бы еще фуловый. А надо до него, мало того, что дойти, надо его еще и сломать, и при этом всегда есть возможность получить много дэмэджа, случая в лицо. Так что иллюзии умирают, а Дэнди улыбается, и он готов убивать. Ах, очередной минус. Если бы где-то можно было посмотреть их статистику попаданий вот этими повершотами, мы бы с тобой явно увидели однозначные цифры. Плане. 7%, 8%. Пишет, ахаха, уснул. Ничего, нормально. Проснулся. Я с вами, друзья. Никуда я не делся. Я уже перекимарил, я бодрый, свеж, как никогда. Свежий, бодр. 15-й левел, 25-я минута. Ну я не знаю, сколько еще будет затягиваться эта игра. Или один фраг. На самом деле не так и много. Из плохих таких вариантов. Ну, смотри, что Дэнди делает. Муши может убить Дэнди, но Дэнди может сломать тавер. Да тут такая. Ты посмотри на это. Тут на самом деле немного патовая ситуация, потому что и Дэнди толком пропушить не может. И муж, ну муши уже с некрами, конечно, да. Вторыми уже. А там продать, должен быть догон третий. Да, вот он уже куплен. Догон рецепт. Просто сейчас одного ботла, чтобы отрегенить себе фулл хп, уже не хватает, как ты не крути. То есть, ну, сколько там один заряд? 35 хп? Именно так. То есть, вот 45 хп. Вот Дэнди быкует. Но на самом деле, сейчас зашеклить даже толково и тупо через некров можно очень неплохо прохарасить. Зашеклить неплохо и тупо через догон. Просто в лицо ему наплевать, чтобы... Стекало с него соплями. Ну там, понимаешь, там сейчас вот полторашка хп у Виндранера, она уже, конечно. Ну, кстати, да, некраж же дают еще и хп вот у нас. Да, там они силы, все дела. Ох, это связочка, и сейчас монобёрник еще.
не доливает. Так, Дэнди, надо Дэнди. Надо догонять. Уходи. Так вот, он его, скорее всего, и догонит. Да, это надо еще одна тычка сейчас будет. Немного вяжет, неудачно. Офигенно вяжет, начинает отпиваться. Дэнди. Красава вам. Но он сейчас будет вынужден идти лечиться, а здесь некра. Здесь некра, вторые и...